Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я очень рад, что я могу снять для вас этот ролик, что я могу его вам отправить. Меня зовут Борис, я живу в Польше, в Кракове. Я человек немножко сумасшедший, так как в 2008 году, когда я первый раз посетил Одессу, я влюбился в этот город. Можно сказать, что я тогда попал. Одесса стала моей любовницей, но, к счастью, моя жена мне это простила, это мою любовь, так что получается, что мы так как-то вместе живем. И вся моя жизнь, можно сказать, сейчас связана с Одессой. Я специально выбрал это место, чтобы снять этот ролик, потому что это волшебное место, шикарное место, можно сказать, потому что это место, где жил в 15 веке Ян Дугош, который, как вы отлично знаете, он в своих хрониках писал, что в 1415 году polski król Władysław Jagiełło odprawił karabli z ziernem w Konstantynopol z maleńkiego porta Kaciubejew. To понятно, что это сейчас получается Одесса. Я живу в Польше, в Кракове, но все равно я хочу делать как можно больше для Одессы. Я это делаю, организую разные лекции, во время которых я рассказываю про историю Одессы, я показываю фотографии Одессы, достопримечательности Одессы. У меня их есть несколько тысяч. Я рассказываю тоже про литературную Одессу, простите. Знаете, на польском языке вышло очень много книг одесских литераторов. Это, конечно, Толстовский, это Бабель, это Катаев, это Бунин. И все равно я об этом рассказываю во время моих лекций. Я написал путеводитель по Одессе, который пока издан харковским издательством Folio. Он пока на польском и русском языке. Но если бы не COVID-19, кто знает, может, книга была бы издана тоже на других языках. Ну что ж, пока я работаю еще над книгой «Одесса для романтиков». «Одесса для романтиков» — это будет книга, в которой я хочу рассказать все о моей любви к Одессе. Надеюсь, что книга будет издана в этом году, наверное, не успею, но все равно, может, в будущем году она будет издана, так как я до конца года хочу ее написать. Друзья, дорогие, я, конечно, не могу вам сказать за всю Одессу, как пел известный актер в одной песне. Я очень люблю Одессу, поверьте, если для меня это большая честь. Я очень рад, что я могу снять этот ролик. Я буду это повторять каждый раз. Если я стану амбассадором Одессы, поверьте, что я все свои усилия... Хотя мне не нужно стать амбассадором Одессы, чтобы о ней рассказывать с любовью. Все равно я буду делиться с тем, что я... Тем, что я знаю за Одессу, я буду пробовать влюблять, чтобы другие тоже влюблялись в этот прекрасный город. Еще раз вам спасибо. До свидания.